Анрил вроде брали пацана, который делал боту для Квейка самого злого. А, возможно. Ну, там вот эта подстройка, она реально, то есть у тебя было впечатление, что реально там ты самый такой челлендж, прям челлендж. То есть не то, что нечестный, когда, знаешь, там на максимальной сложности в Unreal Tournament боты просто раздавали хэдшоты всем подряд. Это было, ну, то есть тяжело. Не как в Квайке, но это было тяжело. А вот на автоматической подстройке это было самое интересное. Потому что ты можешь их